В фестивале приняли участие танцевальные эстрадные коллективы Твери и Конаково, которые показали свои самые необычные номера. Инициатором мероприятия выступила руководитель танцевального коллектива «Анчара» Екатерина Ильина. Это у нас уже 17-й фестиваль, он имеет уже достаточно большую историю. Он развивается, растет. У нас на данный момент множество коллективов участвуют. Сегодня это где-то больше 10 коллективов, где-то 15 вместе с сольными участниками. Яркие костюмы, великолепная пластика и необыкновенной красоты танцовщицы создали особую атмосферу в зале. Зрителям в полной красе представлены различные танцевальные направления, живое звучание этнических инструментов и даже светодиодное шоу. У нас танцы совершенно разнообразные. Это и классический арабский танец, и индийские классические танцы, и, конечно, шоу-вариации с разными аксессуарами, с атрибутами, танец сабли, даже интересно, есть танец с елкой. Те, кто не смог посетить фестиваль, могут попасть на него уже этой весной. По словам организаторов, это будет не просто вечерний концерт, а большой праздник для всех любителей восточного танца.